я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учении. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали. Я расскажу свою историю с окраины Шира, среди земли известный под ником Украина. Ты прости меня, Толкин, я расскажу все как было, иначе твой сюжет остался бы сюжетом фильма. 30 с лишним лет назад был создан Мордор, место, где земля не всегда была черной. Как в любом рассказе, все не закончилось миром. Мордор обзавелся темным властелином. Он вывел расу прихвостней голодных орков, те построили ему башню всевидящим оком. Оттуда наблюдал за всем Средиземьем, куда взгляд не кидал, там начинались проблемы. И под видом мира он посылал своих назглов, где исполняли все, чтобы он не приказывал. И в итоге покорил он всех. И только шире хоббиты идут на свет. Фродо бросит кольцо в жерло Арандруина. Украина еще не погибла, ожидая победного гимна. Нам не надо мнимого мира, лишь письма дождется сына. Из-под ракетного взрыва по приказу властелина. И Фродо бросит кольцо в жерло Арандруина. Украина еще не погибла, ожидая победного гимна. Нам не надо мнимого мира, лишь письма дождется сына. Из-под ракетного взрыва по приказу властелина. Гномы пережили сразу две войны, до того момента, как были пленены. Грозные враги теперь ему верны, шахты уперлись в дно, не зная глубины. Властелин покорил короля людей, забрав его рассудок чисто для придворных шуток. И люди хотели сместить короля, но в Рохан пришла орков орда. Они жгли леса, теперь не видно энтов, и все больше и больше угрожали эльфам. Неблагодарность стала их аргументом, ведь всегда появлялись, где начинались проблемы. Гномы стали урукхаями, люди рабами, а эльфы людьми. И лишь хоббиты, нарушая все правила, ведь им с властелином не по пути. Фродо бросит кольцо в жерло Арандруина. Украина еще не погибла, ожидая победного гимна. Нам не надо мнимого мира, лишь письма дождется сына. Из-под ракетного взрыва по приказу властелина. И Фродо бросит кольцо в жерло Арандруина. Украина еще не погибла, ожидая победного гимна. Нам не надо мнимого мира, лишь письма дождется сына. Из-под ракетного взрыва по приказу властелина. Лишь полурослики не сдались без боя, каждый из них берсерк не слабее гнома. Каждый из них со словами «я дома» шел на бой против грязного орка. Они считали за 3 дня, что падет весь шир, но их ждала западня. Пиши письмо, сын, как не убивал, не насиловал, как не взрывал, а лишь мир искал. И надеюсь, что мать поплачет о сыночке, получив компенсацию, прочитав его строчки. Русский мир, да пошел ты нахуй, каждый из полуросликов ведет в атаку. За шир, за маму, за любимую даму, возносим почести погибшему солдату. Убиенных щадят и балуют раем, значит, орков мы познакомим с адом. Бросит кольцо в жерло Арандруина. Украина еще не погибла, ожидая победного гимна. Нам не надо мнимого мира, лишь письма дождется сына. Из-под ракетного взрыва по приказу властелина. И Фродо бросит кольцо в жерло Арандруина. Украина еще не погибла, ожидая победного гимна. Нам не надо мнимого мира, лишь письма дождется сына. Из-под ракетного взрыва по приказу властелина.